Сегодня мы топили наш мотоцикл «Донор», который в процессе постройки получил прозвище «Дикарь». Целью всего этого было проверить оборудование, которое будет поднимать основной мотоцикл нашего «Гидрокава». Выявлены недочеты, которые мы будем устранять. Но в основном вся система работает. Ну и вообще прикольно, отдохнули, по фану прыгали с трамплина в воду на мотоцикле. Я всегда мечтал это сделать, значит, все прошло круто. Всем привет! Настал день X, когда Степа поедет на мотоцикле по воде. Он должен быть первым в России, кто это сделает. Я лично не сомневаюсь, что у него получится. Спустили гидрики на воду, но мы находимся в 3 километрах от точки, где Степа будет въезжать в воду, потому что здесь есть спуск. Сейчас мы с Кирюхой отправимся на ту точку. Ребята поедут уже туда по земле, будут заряжать мотоцикл. Сегодня предстоит у него большой шаг в его жизни, да? То все по асфальту, по асфальту.